Всем привет! Сейчас я продемонстрирую, как работает голосовое управление в комплексе системы LGA. Сейчас я запущу модуль распознавания слов, команд, и начнется работа. Контрольная фраза – это свет. То есть, когда я произнесу слово «свет», у нас включится лампа, которая стоит на мониторе. Итак, проверяем. Выбираем наш микрофон. Микрофон будет активирован по щелчку или по громкому звуку. После того, как я запущу микрофон, болтать просто так я не буду, а буду говорить только команду. Команда будет простая, это свет. Проверим. Так, проверим нашу команду. Свет. Как видите, команда сработала. Включился наш свет и включилась индикация на светодиоде. Вот, свет включается у нас через реле. Если посмотрим справа, то оно у нас подключено к этому, как его, фильтру сетевому. В сетевом фильтре мы можем подключить до 5 различных устройств. Но в данном случае у меня задействовано всего 2 устройства, точнее 2 реле на 4 розетки. Мы можем подключить либо 2 параллельных пары, ну, либо 2 разных. В принципе, вот и все. Спасибо.